Или возьмите, вот я восстановил в свое время линию Сталина. Вы, наверное, все там побывали. Я специально пошел однажды на линию Сталина, чтобы посмотреть с точки зрения фортификационных практики и науки, как это было там выстроено. И я понял, что по этой основной дороге на Минск невозможно было пройти техники фашистов. Невозможно. Все было пристрелено, каждый метр. И сколько выстрелов в том пункте линии Сталина сделано было? Ноль.